В технопарке можно научиться виртуозно летать на квадрокоптере, проектировать и собирать автомодели, погрузиться в IT-технологии и освоить промышленный дизайн. Для тех, кто не знает, это симбиоз искусства, маркетинга и современных технологий. Напомним, Кванториум – это федеральный проект по ускоренному развитию школьников. На Черногорский технопарк Москва дает нам больше 72,5 миллионов рублей. Республика добавит совсем немного. Кстати, занятия кванторианцам ничего не стоят.